образование, мать, ну, оперного консерватория. Она говорит, кошмар, я не могу это слышать. Я подумала, а вот тебе еще, получи фашист. Песни у людей разные, а моя одна на века. Звездочка моя ясная, как ты от меня далека. Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем вдвойне веселее. Облако тебя трогает, хочет от меня закрыть. Чистая моя, строгая, как же я хочу рядом быть. Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем вдвойне мы с тобой поняли, что вдвоем вдвойне веселей. Даже поплывать по небу, а не то, что жить на земле. Она вообще не так поется, а мне нравится так. Вообще не так. Вру, говорят, мелодию, все вру. Она говорит, а что, говорит, а мне нравится. Я говорю, так я не могу спеть так, как правильно. Поэтому это называется аранжировка. Потому что, ну, не хоростовский, как бы я. Не могу это. А я могу так тихо, тихонько, и как получилось так хорошо. Песня хорошая, стихи мне нравятся, как петь, не знаю.